Ну, слушаю. Обвал? Убитых нет? Один. О, черт. Семейный? Нет. Ну и черт с ним. Составьте протокол. Урядника с докладом ко мне. Продолжайте. Ржаной 45 тысяч пудов. Ох уж это мне мука. Крупчатки 10 тысяч, крупы гречневые 4 тысячи пудов. Инженер Кук здесь. Проект мельницы готов. Сколько раз я говорил, что переплачиваю за эту муку чертову уйму денег. Ко мне. С проектом. Немедленно. Ну что ж, запросите Томск, покупайте. Стоимость точно подытожить, копию ко мне. Нина, ты? Что нужно? Обедать? Не буду, некогда. Пришли коньяку, икры, кусок телятины. Алло, Протасов? Вода? Немедленно снять рабочих с котлована. Мобилизовать кополей, лесорубов, всех на водоотлив. Да вы меня слушайте, никаких воскресений. Обещайте водку. Смутьянов к расчету. Если вода зальет шахту, вы, Протасов, будете в ответе. Что? Ну тогда заезжайте за мной. Ходите! Чужой кроват рот не разевает. Есть такой русский пословиц. Прошу, мистер Кук. Вот проект. Я полагаю, надо собирать техническое совещание. Ерунда, мельница моя и техническое совещание это я. Но. Без всяких но, мистер Кук. Фасад, разрез, план. Слушай, зачем вы это раздраконили? Достаточно было в карандаше. Я привык, когда. От ненужных привычек надо отвыкать, мистер Кук. На какую глубину вы пустили бытовую кладку? На сажень? Много. Достаточно два аршина. Надо очень бояться грунтовых вод. Ерунда. Грунтовые воды мы перехватим шпунтовой перемычкой. Я видел это в Бельгии. Будет вдвое дешевле. Стены тоже нужно уменьшить. Внизу 3,5 кирпича, согласен, но верхний этаж 2 кирпича. Вел, но нагрузка! Давайте машина. Эй ты, старый черт, сказывал тебе мерзавцу, сначала дай сигнал мне, потом стреляй. Иди в контору, скажешь штраф 3 рубля. О, поздравляю. Еще путь. Дорого мне это золото дается. Ну, тут я пас. Быть посему, как пишут цари. Давайте смету. Сколько? 81 539 рублей 81,5 копейка. Сколько копеек? 81,5 копейка. Садитесь. Пейте. Ваше здоровье. 50 тысяч. Что? Будьте здоровы. Но мистер Громов. Техническое совещание, мистер Кук, закончено. Есть такой русский пословиц. 7 раз отмьер, 1 раз зарежь. Здрасте, барин. Барыня, пальто вам прислали. Дура твоя, барыня. Нашла кого присылать. Ну как вода? Уровень прежний, я за вами.
Поехали. Барин, отец мой к вам. Ну, Христом Богом молю, прости, не штрафуй. Нет, вам чертям только подачку дай. Люпус, ко мне!